Она снялась в более чем 50 фильмах, среди которых картины «Кука и метро», сериалы «Интерны» и «Чернобыль. Зона отчуждения». Сотрудничала с театрами «Бригантина» и на Полтавской, участвовала в КВН. Творческая встреча с актрисой Татьяной Плетневой прошла в Люберецко-Есенинской библиотеке. Яркая, колоритная, знойная женщина, мечта поэта. Татьяна Плетнева – актриса, на счету которой множество больших и маленьких ролей в полнометражных и короткометражных фильмах и сериалах. Об этих эксклюзивных съемках в клипе певца Эмина артистка вспоминает с ностальгией. Ведь сам Трамп оценил широту русской души нашей Тани. На память у Плетнева осталась фотография в обнимку с будущим президентом Америки. И вот, кстати, тот скандал, что якобы с русскими моделями Трамп зажигал в Москве, это как раз и снимал на вот этом клипе. Таня признается, что всенародную любовь ей принес интернет. После вирусного ролика для рекламы напитков веселую продавщицу узнал весь мир. На Украине артистка за эту роль завоевала высшую награду для киноактера. Учительница, продавщица, боевая подруга, ревнивая жена, официантка – всех ролей Плетневой не перечислить. Но на достигнутом актриса не собирается останавливаться. О предстоящем фильме артистка рассказала нам в интервью. По году там такая новогодняя история о семье, которая вдруг обнаружила, что у них появился новый ребенок. И они пытаются разобраться, кто он и что он, и в итоге они его усыновляют. Ну, такая история сказочная, будем говорить. Она нацелена на то, чтобы помочь детям. То есть там есть благотворительная организация, которая... по возможности просто помочь детям, которые усыновляют семьи. Посмеяться над собой сможет не каждый. Самоирония – признак высокого интеллекта. Нам остается только пожелать удачи и творческих успехов Тане Плетневой. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.